Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 30 марта 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Погода с самого утра сегодня в Одессе хорошая, солнечная, небо ясное. Я всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. До встречи, пока.